Я перетащила на пух стены. Так я тоже захожу. Ну, когда-то же... за что? Сука, еще раз попробуешь рукикнуть, блядь, я тебя нахуй раком поставлю, блядь. Понял, блядь? Сосать буду. Ля ты, Крися! Знаешь, блядь, матерешься, ебаный пидорас. Как они, сука, блядь.
Ну ёбаный рот, блядь. Сори, я хотела написать, у меня, короче, лагает. Любой срался! Он обходил тебя. Ну, блин. Напишите то, что он в доме. Что? Я, конечно, извиняюсь, что я вас назову сейчас школьниками, но вы что, вы только что с конференции, что ли, вышли? Ты мелкая хуйня, блядь, заткнись. Теперь точно видно, агрошкольник. Но я-то вижу, что ты-то не в большом классе, я-то уже в седьмом. Ага. Мне хуй в рот пихай, мне похуй. А, тебе хуй в рот пихают, охуенно. А тебе что я пихаю, блядь? Только в одно место. Мне пихают еду в рот. Ну, то же самое, это что и хуй, блядь. Я не матерюсь, это он, да. На нахуй, ёбаный школьник. Получай, сука. Классно. Я согласен, ты вот мне такую хорошую плюху влюбил, да, продолжай дальше играть, хорошо играешь. Спасибо. Я сам не понял. У меня, короче, был бас камера, я видел все выше, и тебя, честно, через смог увидеть. Ты мне такой дикий флик повесил, вообще дичь. За что? Тихо. Ай, блядь, долбоёб.
Ну, это агрошкольник обычный у вас. Ни хрена, что мои пацаны делают.